любовью детям. Меняем прическу, одежду, накладываем макияж и смотрим, что у нас получилось. Волшебные превращения обычных девчонок из второго детского дома в настоящих принцесс. Мастера Центра эстетики «Территория красоты» и фотохудожник Алена Сказка подарили этим девчонкам незабываемые ощущения. Юные принцессы рассказали, что, посмотрев в зеркало, почувствовали себя настоящими красотками, а значит, стали увереннее. Затем принимали участие в фотосессии с отличным настроением. А еще научились секретам макияжа. И, возможно, кто-то из них вскоре сам станет парикмахером, стилистом или фотохудожником. Напомним, это не первая акция в рамках проекта «Банка Экспресс Волга» с любовью детям, цель которого – научить полезным навыкам ребят из детских домов и интернатов. Кстати, принять участие в проекте могут все желающие. Контакты на экране. А подробности 6 и 13 июля в 8:45 в программе «Где ты, мама?» на канале ТНТ.